Какой Казахстан сейчас, каким был и каким станет? Сегодня эти вопросы обсудила депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана совместно с профессорами, студентами и аспирантами Евразийского национального университета имени Гумилева. Мажилисмен Камал Бурханов считает, что необходимо проводить исторические параллели, анализировать каждый шаг в становлении нашего государства. По его словам, от того, как внимательно мы относимся к изучению прошлого, зависит развитие страны и ее успех. История современного Казахстана тесно переплетена с биографией Нурсултана Назарбаева. И день первого президента не случайно стал государственным праздником, говорит депутат. Политическая биография нашего президента и современная история Казахстана — это по существу неразрывно составные части одного целого, потому что глава государства, он основатель нашего государства, он главный реформатор и главный основатель нашего государства, поэтому современная история Казахстана, она наитеснейшим образом переплетена с политической биографией нашего президента, его политической волей, его политической мысли, его реформаторским таким духом.